Продолжаем выпуск. В Алматы прошла ежегодная президентская елка. В празднике приняли участие воспитанники детских домов и интернатов, дети с ограниченными возможностями из малообеспеченных и многодетных семей, а также отличники учебы. В этом году утренник прошел во Дворце Республики. Специально для маленьких алматинцев видео поздравления записал глава государства. Я хочу пожелать вам в новом году здоровья и счастья, чтобы вы все хорошо учились, занимались спортом, посещали кружки и секции, нашли для себя другие увлекательные и полезные занятия, которые позже пригодятся вам во взрослой жизни. Пусть исполнятся все ваши заветные мечты. С Новым годом, дорогие ребята! Традиционно президентская елка началась с поздравительной речи главы государства на большом экране. Свои новогодние пожелания маленьким алматинцам высказал и аким Алматы. В своем выступлении Ахметжан Есимов подчеркнул, что уходящий год был объявлен годом образования. Только на развитие сферы науки выделили более 70 миллиардов тенге. Такого в истории мегаполиса никогда не было. Я желаю, чтобы наступающий 15-й год был хорошим годом, успешным годом для нашей страны, для нашего населения. Я желаю крепкого вам здоровья, счастья, успехов в учебе. Всего самого наилучшего. С Новым годом вас! Принцы и принцессы, пираты, веселые зверюшки. Дети со всех районов Алматы, разодетые в костюмы любимых сказочных персонажей, собрались на этом волшебном празднике. Конечно, какой же Новый год без Дедушки Мороза и Снегурочки? Вместе с ними малыши зажгли зеленую красавицу. Спасибо нашему президенту, огромное спасибо, что он предоставил нам такой подарок. Спасибо, с Новым годом! Мне очень понравился сегодняшний праздник. Пусть Новый год будет счастливым для всех детей нашей страны. Я желаю всем здоровья и счастья. Праздник проходит волшебно. Нам подарили чудесные подарки. Пусть в нашей стране всегда будет мир и спокойствие. Я поздравляю всех казахстанцев с наступающим 2015 годом. Для детей подготовили увлекательную программу с участием сказочных героев, казахстанских артистов. А завершилась елка вручением подарков и праздничным столом. Ажар Оразбай, Аршин Кемельжан, телеканал Алматы.